Привет, моя любимая камера. Ты хочешь остаться дома? Ты хочешь поехать снимать? Ты хочешь поехать снимать настоящих путешественников? Ну давай, go travel! От одного чуда техники пойдем к другому чуду техники. Это вот этот вот двухэтажный отель. Двухэтажный дом-отель на колесах – это круто. Если есть спрос, то появится и предложение. Так подумал Эдуардо, серфингист из Португалии. Дело в том, что много серфингистов мечтают провести отпуск не на одном пляже, а прокатиться по волнам в разных местах. Каждый пляж в чем-то уникален. На одном волны больше, а на другом ветер сильнее. Тут есть свои особенности. Так вот, Эдуардо решил создать отель на колесах, который бы мог как трансформер по прибытии на очередное место дислокации увеличиться. А когда это место нужно покинуть, то опять принять габариты стандартного грузовика и отправиться в путь. Эдуардо сделал проект, нашел компанию, которая сможет воплотить в реальность его мечты. Он говорит, что это не стоило слишком дорого. И через какое-то время получился грузовик-трансформер, который из стандартных размеров превращается в отель 13 метров в длину, 6,5 метров в высоту и 5 метров в ширину. Теперь Эдуардо со своей подругой уже 5 лет катают от одного места к другому своих гостей-серфингистов. Полгода они проводят в Португалии, а оставшиеся полгода в Марокко. В отеле есть 5 номеров – зал, кухня, туалет и душ. Есть все необходимое для жизни на колесах с комфортом. На крыше установлены солнечные панели, которые заряжают аккумуляторы. А солнца в Марокко хватит всем. Эдуардо всегда рад новым гостям и обещает показать им такие пляжи, на которые обычные туристы не доезжают. Атлантический океан большой, и я не забываю, что сейчас мой друг Ауримас Валуявичус где-то в середине океана плывет из Испании в Америку на байдарке. Он движется на веслах к новому рекорду. Ауримай, как твои дела? Пришли весточку. Секируной, ликемы, ликемы. Jo, tai neblogai sekasi irkluoti, dabar už kelių dienų būsiu, jau pasieksiu Kanarų salas, dabar šildausi savo maistelį, toksai mini pertraukėlį, ir į dieną pavyksta po 35-40 jūrmylių nukeliauti per parą laiko, su irklavimu ir tuo pačiu nakties dreifavimu. Tokia rutina, keliuosi 6 maždaug ryto. Apie 7 pradedu judėti ir irkluoju iki 11.10 vakaro. Iš būna per traukėlių ir maisto ir kartais power nap'as. Bet tokia ta rutina atlantė. Tai ačiū iš skambutį. Ir linkėjimai atgal į Lietuvą, į Marselį. Nu, я рад, что у него все хорошо. Все идет, как он и намечал. Друзья, я на верблюде иду вперед. Путешествие продолжается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте, что путешествия продолжаются и нельзя останавливаться. Если не идем быстро, хотя бы идем медленно, но вперед. Идите вперед, медленно, с трудностями, но самое главное вперед. Продолжайте изучать этот мир, он прекрасен. Два. Мы ходим по морям и океанам. Мы ходим по морям и океанам. Мы на нем передвигаемся достаточно быстро.
гоняемся на верблюде. Все. Тр. 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 Слезть с него целая проблема. Я вам скажу. Это вот так вот наклоняешься вперед. Потом, если он ноги все-таки опустит задние, то выравниваешься. Выравниваешься вот так. Вуаля. Эта каталка моя стоила мне 10 евро. Мерси, Хасан. Дориан, Дориан. Дориан, бенвени, бенвени савира. Идите к нему, он хорошо катает и все рассказывает. Хасан,